Всем привет! Сегодня мы будем слушать флеши Crystal City. Недавно вышел, вот мы как-то его пропустили. Вот прям вообще, как будто, знаете, все об одном. Даже вот стиль-то одинаковый. Слова только другие, да? Даже я его не понимаю. Вот эти штаны, блин, спущенные, это вообще. Ну вот, друзья мои, что хочу сказать. Вот такое впечатление, что вот Флэш включил эту музыку, вот есть такие у нас исполнители, и вот поет под одну и ту же 150 песен. Вот прям вот такое впечатление, что я год назад вернулась и слушаю Флэша. Вот ничего новенького вообще. Ну, может быть, и мат поменьше у него что-то как-то было, да? А сейчас, может быть, этого... Ну, как-то вот все одинаковое. Ну, никакой изюминки... вернее, все как. Вот есть в фигурном катании, да, как говорят, вот танцуют, хоп. Вот у нас ледниковый период был, когда звезды, шоу звезд. Вот они учат какие-нибудь там на льду какие-нибудь новые движения, и потом в следующий раз его и применят. И вроде одно и то же, а вроде что-то новенькое появилось. А у Флэша вот ничего новенького, все одно и то же. И по музыке, и как бы по манере поведения, и вот по слогу, по всему. И вот понимаете, вот такое ощущение, что вот прошлый век, вот я бы так сказала. Ничего новенького. Ну, кому нравится, слушайте. Мне не нравится. Всем пока.